Вызывайте полицию. Давайте, пожалуйста, на улице ожидайте, полицию вызывайте, идите. То есть вы отказываетесь давать? А мы не отказываемся. Вы отказываетесь заплатить наши услуги. Подождите, речь не об услуге. Паспорт, он включает сразу услуги. Мы давайте, вы требуете свою, вы вчера доверили нам заплатить. Не надо, Елена. Мы никуда не собираемся уйти, мы будем пользоваться вашими услугами, но мы просто нужен паспорт. Подождите, ну давайте начнем с того, что договор был заключен, во-первых. Я находилась в беспомощном состоянии, до сих пор нахожусь. Во-вторых, Евгений, вы поймите, я вас прекрасно мне позвонила милиция и сказала, что приедет работник муниципальной службы. Приехала ИП. Вы посчитайтесь. Вы посчитайтесь. Что посчитаться? Да вы придете сейчас в другую фирму, дороже вам да выйдет. Да мы никуда не придем, мы хотели здесь сидеть. Мы, может, к вам и вернемся, мне справку надо реально. Как вы посчитаете? Несите паспорт, несите оплату. Я уже сейчас ничего не хочу, сейчас придете, там еще куда-то мы... Вы не отдаете маме паспорт. Оплату и идите. И вы нас обманули, потому что мы не с палами представились. Все. Вот я согласна вам отдать еще 4000 или 5, и вас больше вообще тогда не видеть, что вы так поступили. Да, последнее слово за заказчиком, в любом случае. Заказчик. 5000 и что? Согласна вам 5000 отдать и до свидания. В качестве задатка? Да. Ни в какого задатка, паспорт давайте. Вы хотите расторгнуть? 5000 и расторгаем договор. Вот это все, что я согласна. Вы деньги отдавайте, документы. Вот квитанция, так, это ее паспорт. Без паспорта мне все, дайте. Деньги. Паспорт. Так. Это ее паспорт. Да ну нам надо. Чужой паспорт откуда у нас? Все. Спасибо. Вот тут пишите, что претензий не имеете. Я вам официально заявляю, что вы снимаете у нас помещение, и ваши все видеозаписи будут использованы против вас. Да, давайте, пожалуйста, пишите. Не вопрос. Транспортировка оплачена.